Оленька, дочь отставного коллежского асессора Племянникова, сидела у себя во дворе на крылечке, задумавшись. Было жарко, назойливо приставали мухи, и было так приятно думать, что скоро уже вечер. С востока надвигались темные дождевые тучи, и оттуда изредка потягивало влагой. Среди двора стоял Кукин, антрепренер и содержатель увеселительного сада Тиволи, квартировавший тут же во дворе во флигеле, и глядел на небо. Опять, говорил он с отчаянием, опять будет дождь. Каждый день дожди точно нарочно. Это петля, разорение, каждый день страшные убытки. Он сплеснул руками и продолжал, обращаясь к Оленьке. Вот вам, Ольга Семеновна, наша жизнь, хоть плачь. Работаешь, мучаешься, стараешься. Ночи не спишь, думаешь, как бы лучше. И что же? С одной стороны, публика невежественная, дикая, даю ей самую лучшую оперетту, феерию великолепных куплетистов. Но разве это ей нужно? Разве в этом она понимает что-нибудь? Ей нужен балаган и подавай пошлость. С другой стороны, взгляните на погоду. Каждый вечер дождь. Как зарядило 10 мая, так потом пошло весь май, июнь, просто ужас. Публика не ходит, а ведь я за аренду плачу, артистам плачу. На следующий день к вечеру опять надвигались тучи, и Кукин говорил с истерическим хохотом: пускай хоть весь сад зальет, хоть меня самого. Чтобы мне не было счастья ни на этом, ни на том свете. Пускай артисты подают на меня в суд. Да что суд? Хоть на каторгу в Сибирь, хоть на эшафот. И на третий день тоже. Оленька слушала его молча, серьезно. И случалось, что слезы выступали у нее на глазах. В конце концов, несчастье Кукина тронули ее, и она его полюбила. Он был мал ростом, тощ, желтым лицом и зачесанными височками, и говорил жиденьким тенорком, когда говорил, кривил рот, и на его лице всегда было написано отчаяние, и все же он возбудил в ней настоящее глубокое чувство. Она постоянно любила кого-нибудь. Не могла без этого. Раньше она любила своего папашу, который теперь сидел больной в темной комнате, в кресле и тяжело дышал. Любила свою тетю, которая иногда раз в 2 года приезжала из Брянска. А еще раньше, когда училась в прогимназии, любила своего учителя французского языка. Это была тихая, добродушная, жалостливая барышня, с мягким, кротким взглядом, очень здоровая. Глядя на ее полные розовые щеки, на мягкую белую шею с темной родинкой, на ее добрую наивную улыбку, которая бывала у нее на лице, когда она слушала что-нибудь приятное, мужчины думали, да, ничего себе, и тоже улыбались. А гости и дамы не могли удержаться, чтобы вдруг среди разговора не схватить ее за руку и не проговорить в порыве удовольствия: «Душечка!». Дом, в котором она жила с самого рождения, и который был в завещании записан на ее имя, находился на окраине города в Цыганской Слободке, недалеко от сада Тиволи. По вечерам и по ночам ей слышно было, как в саду играла музыка, как с треском лопались ракеты, и ей казалось, что это
Кукин воюет со своей судьбой и берет приступом своего главного врага равнодушную публику. Сердце у него сладко сжималось, спать совсем не хотелось, и когда он под утро возвращался домой, она тихо стучала из окна своей спальни и, показывая ему сквозь занавеску только лицо и одно плечо, ласково улыбалась. Он сделал предложение, и они повенчались. И когда он увидел, как следует ее шею и полные здоровые плечи, то он всплеснул руками и проговорил: «Душечка!» Он был счастлив. Но так как в день свадьбы, а потом ночью шел дождь, то с его лица не сходило выражение отчаяния. После свадьбы жили хорошо. Оленька сидела у него в кассе, записывала расходы, выдавала жалования, смотрела за порядком в саду. И ее розовые щеки, милые, наивные, похожие на сияние улыбка, мелькали то в окошке кассы, то за кулисами, то в буфете. И она уже говорила знакомому, что самое замечательное, важное и нужное – на свете это театр, и что получить истинное наслаждение и стать образованным и гуманным можно только в театре. Но разве публика понимает это? Ей нужен балаган. Вот вчера он нашел Фауст наизнанку, и почти все ложи были пустые. А если мы с Ванечкой поставили какую-нибудь пошлость, то, поверьте мне, театр был бы битком набит. Завтра мы с Ванечкой ставим «Орфея в аду». Приходите. И что говорил о театре, об актерах Кукин, то повторяла и она. Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество. Вмешивалась на репетициях и поправляла актеров, следила за поведением музыкантов, а когда в местной газете отзывались неодобрительно о театре, то она плакала, а потом ходила в редакцию объясняться. Актеры любили ее и называли мы с Ванечкой и Душечкой. И она их жалела, давала понемножку взаймы. А когда случалось, что ее обманывали, то она только тихонько плакала, но мужу не жаловалась. И зимой жили хорошо. Сняли городской театр на всю зиму. На короткие сроки сдавали его то малороссийской труппе, то фокуснику, то местным любителям. Оленька полнела и вся сияла от удовольствия. А Кукин желтел и худел, и жаловался на страшные убытки, хотя всю зиму дела шли недурно. По ночам он кашлял, а она поила его малиной и липовым цветом, растирала одеколоном, кутала в свои мягкие шали. «Какой ты у меня славненький», — говорила она совершенно искренне, растирая его одеколоном, поправляя ему волосы. «Какой ты у меня хорошенький». В Великом посту он уехал в Москву набирать труппу. А она без него не могла спать. Все сидела у окна и глядела на звезды. В это время она сравнивала себя с курами, которые тоже не спят ночью и испытывают беспокойство, когда в курятнике нет петуха. Кукин задержался в Москве и писал, что вернется к святой. И в письмах даже делал распоряжение насчет Тиволи. Но под страстной понедельник, поздно вечером, вдруг раздался зловещий стук в ворота. Кто-то бил в калитку, как в бочку. Бум-бум-бум. Сонная кухарка, шлепая босыми ногами по лужам, побежала отворять. «Отворите, сделайте милость», — говорил кто-то за воротами густым басом. «Вам телеграмма». Оленька и раньше получала от мужа телеграммы. Но теперь почему-то она так и обомлела. Дрожащими руками она распечатала телеграмму и прочла следующее. «Иван Петрович скончался сегодня скоропостижно. Сючало ждем распоряжений. Хохорный вторник». Так и было напечатано в телеграмме «Хохорный» и еще какое-то непонятное слово «Сючало». Подпись была режиссера опереточной труппы. «Голубчик мой,
зарыдала Оленька. Ванечка мой миленький, голубчик мой, зачем же я с тобой повстречалась? Зачем я тебя узнала и полюбила? На кого же ты оставил свою бедную Оленьку, бедную, несчастную? Кукина похоронили во вторник в Москве на Ваганьково. Оленька вернулась домой в среду, и как только вошла к себе, так повалилась на постель и зарыдала так громко, что было слышно на улице и в соседних дворах. «Душечка», — говорили соседки, крестясь, «душечка, Ольга Семеновна, матушка, как убивается». Три месяца спустя как-то Оленька возвращалась от обедни, печальная, в глубоком трауре. Случилось, что с ней шел рядом, тоже возвращавшийся из церкви, один из ее соседей, Василий Андреевич Пустовалов, управляющий лесным складом купца Бабакаева. Он был в соломенной шляпе, в белом жилете с золотой цепочкой и походил скорее на помещика, чем на торговца. Всякая вещь имеет свой порядок, Ольга Семеновна, говорил он степенно, с сочувствием в голосе. Если кто из наших ближних умирает, то значит так Богу угодно. И в этом случае мы должны себя помнить и переносить с покорностью. Доведя ее до калитки, он попрощался и пошел далее. После этого весь день слышался ей его степенный голос. Едва она закрывала глаза, как мерещилась его темная борода. Он ей очень понравился. По-видимому, и она произвела на него впечатление, потому что немного погодя, к ней пришла пить кофе одна пожилая дама, малая и знакомая, которая, как только села за стол, так немедленно заговорила о Пустовалове, о том, что он очень хороший, солидный человек, и что за него с удовольствием пойдет всякая невеста. Через три дня пришел с визитом сам Пустовалов. Он сидел недолго, минут 10, и говорил мало. Но Оленька полюбила его. Так полюбила, что всю ночь не спала и горела, как в лихорадке. А утром послала за пожилой дамой. Скоро ее просватали, потом была свадьба. Пустовалов и Оленька, поженившись, жили хорошо. Обыкновенно он сидел в лесном складе до обеда, потом уходил по делам, его сменяла Оленька, которая сидела в конторе до вечера, писала счета, отпускала товар. «Теперь лес дорожает с каждым годом на 20%, говорила она покупателям и знакомым. «Помилуйте, прежде мы торговали местным лесом, а теперь Васечка каждый год ездит за лесом в Могилевскую губернию. А какой тариф?» – говорила она в ужасе, закрывая обе щеки руками. «Какой тариф?» Ей казалось, что она торгует лесом давно-давно. И что самое важное и нужное на свете – это лес. Что-то родное и трогательное слышалось ей в словах «балка», «кругляк», «тес», «шелевка», «безымянка», «решетник», «лафет», «горбыль». Когда по ночам она спала, ей снились целые горы теса и досок, бесконечные длинные вереницы подвод, везущих лес куда-то далеко-далеко за город. Снилось ей, как целый полк 12 аршинных пятивершковых бревен стаймя шел войной на лесной склад, как бревна, горбыли, балки стукались, издавая глухой звук сухого дерева, как все падало, потом опять вставало, громоздясь друг на друга. Оленька вскрикивала во сне, и Пустовалов говорил ей нежно: «Оленька, что с тобой, милая? Перекрестись». Какие мысли были у мужа, такие были у нее. Если он думал, что в комнате жарко, или что дела теперь стали тихие, так думала и она.
Муж ее не любил никаких развлечений, по праздникам сидел дома, и она тоже. И все вы дома или в конторе, говорили ей знакомые. Вы бы сходили в театр, душечка, или в цирк. Нам некогда с Васечкой по театрам ходить, отвечала она степенно. Мы люди труда, нам не до пустяков. В театрах-то этих что хорошего? По субботам Пустовалов и она ходили ко всеночной. В праздники к ранней обедне. И, возвращаясь из церкви, оба шли рядышком с умилёнными лицами. От обоих хорошо пахло, ее шелковое платье приятно шумело. А дома пили чай со сдобным хлебом и разными вареньями, потом кушали пирог. Каждый день в полдень во дворе и за воротами на улице вкусно пахло борщом и жареной бараниной или уткой, а в постные дни рыбой. И мимо ворот нельзя было пройти без того, чтобы не захотелось есть. В конторе целый день кипел самовар, и покупатели угощали чаем с бубликами. Раз в неделю супруги ходили в баню и, возвращаясь оттуда рядышком, оба красные. «Ничего, живем хорошо», — говорил Оленька знакомым. «Слава Богу, дай Бог всякому жить, как мы с Васечкой». Когда Пустовалов уезжал в Могилевскую губернию за лесом, она сильно скучала и по ночам не спала, плакала. Иногда по вечерам приходил к ней полковой ветеринарный врач Смирнин, молодой человек, квартировавший у нее во флигеле. Он ей рассказывал что-нибудь или играл с ней в карты. Это ее развлекало. Интереснее всего были его рассказы из собственной семейной жизни. Он был женат, имел сына, но с женой разошелся, так как она ему изменила, и теперь он ее ненавидел и посылал ей ежемесячно по 40 рублей на содержание сына. И, слушая его, она вздыхала, покачивала головой, и было жаль его. «Ну, спаси вас, Господь!» — говорила она, прощаясь с ним, провожая его со свечой до лестницы. «Спасибо, что поскучали со мной. Дай Бог вам здоровья, Царица Небесная!» И все выражалось она так степенно, так рассудительно, подражая мужу. Ветеринар уже скрывался внизу за дверью, она окликала его и говорила: «Знаете, Владимир Платонович, вы бы помирились с вашей женой, простили бы ее, хоть ради сына. Мальчишечка-то, небось, все понимает». А когда возвращался Пустовалов, она рассказывала ему в полголоса про ветеринара и его несчастную семейную жизнь. И оба вздыхали, покачивали головами и говорили о мальчике, который, вероятно, кучает по отце. Потом, по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами, клали земные поклоны и молились, чтобы Бог послал им детей. Так прожили Пустоваловы тихо и смирно, в любви и полном согласии 6 лет. А вот как-то зимой Василий Андреевич, в складе, напившись горячего чая, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свое. И он умер, проболев 4 месяца. И Оленька опять овдовела. «На кого же ты меня покинул, голубчик?» — рыдала она, похоронив мужа. «Как же я теперь буду жить без тебя? Горькая я и несчастная. Люди добрые, пожалейте меня, сироту круглую». Она ходила теперь в черном платье с плюрезами. Я навсегда уже отказалась от шляпки и перчаток. Выходила из дома редко, только в церковь или на могилу мужа, и жила дома, как монашенка. И только когда прошло 6 месяцев, она сняла плюрезы и стала открывать на окнах ставни.
Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой. Но как жила она теперь у себя, и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. Потому, например, догадывались, что видели, как она у себя в садике пила чай с ветеринаром, а он читал ей вслух газету. Или еще потому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала, у нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, а потому много болезней. То и дело слышишь, что люди заболевают от молока, заражаются от лошадей и коров, а о здоровье домашних животных нужно в сущности заботиться так же, как о здоровье людей. Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он. Было ясно, что она не могла прожить без привязанности и одного года, и нашла свое новое счастье у себя во флигеле. Другую бы осудили за это, но об Оленьке никто не мог подумать дурно. Все было так понятно в ее жизни. Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть. Но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайн. Когда к нему приходили гости, его сослуживцы по полку, то она, разливая чай или подавая ему ужинать, начинала говорить о чуме на рогатом скоте, о жемчужной болезни, о городских бойнях. А он страшно конфузился. И потом, когда гости уходили, он хватал ее за руку и шипел сердито, я тебя просил не говорить о том, чего ты не понимаешь. Когда мы, ветеринары, разговариваем между собой, то, пожалуйста, не вмешивайся, это, наконец, скучно. А она смотрела на него с изумлением, тревогой и спрашивала, Володечка, а о чем же мне говорить? И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться, и оба были счастливы. Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком. Уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна. Теперь уже она была совершенно одна. Отец давно уже умер, и кресло его валялось на чердаке, запыленное, без одной ножки. Оленька похудела и подурнела. На улице встречные уже не смотрели на нее, как прежде, и не улыбались ей. Очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади, и теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать. По вечерам она сидела на крылечке, и слышно было, как в Тиволи играла музыка, и лопались ракеты. Но это уже не вызывало никаких мыслей. Сидела она, ни о чем не думала, ничего не хотела, а потом, когда наступала ночь, шла спать. И во сне виделась свой пустой двор. Ела и пила она точно поневоле. Но главное, что хуже всего, у нее не было уже никаких мнений. Она видела кругом себя предметы и понимала, что происходило кругом, но ни о чем не могла составить мнение и не знала, о чем ей говорить. А как это ужасно, не иметь никакого мнения. Видишь, например, что стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге. Но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик? Какой в них смысл? Сказать не можешь. И даже за 1000 рублей ничего не сказал бы. Раньше при Кукине пустовал ее, а потом и при ветеринаре она могла объяснить все и сказать свое мнение о чем угодно. Теперь же среди мыслей и в сердце у нее была такая же пустота, как во дворе. И так жутко, так горько, как будто объелась полынью. Как быстро бежит время. Дом Оленьки потемнел, крыша заржавела, сарай покосился. Весь двор порос бурьяном и колючей крапивой.
Сама Оленька постарела, подурнела. Летом она сидит на крылечке, и на душе у ней по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью. А зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повеет ли весной, донесет ли ветер звон соборных колоколов, и вдруг нахлынут воспоминания о прошлом. Сладко сожмется сердце, и из глаз польются обильные слезы. Но это только на минуту. А там опять пустота, и неизвестно, зачем живешь. Черная кошечка брызг ласкается, мягко мурлычет. Но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки. Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь, которая захватила все бы ее существо, всю душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь. И она стряхивает с подола черную брызгу и говорит с досадой: «Поди, поди, нечего тут». И так день за днем, год за годом, и ни одной радости, и нет никакого мнения. Что сказала Мавра-кухарка, то и хорошо. В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское стадо, и весь двор заполнился облаками пыли, кто-то постучал в калитку. Оленька пошла сама отворять, и как взглянула, так и обомлела. За воротами стоял ветеринар Смирнин, уже седой и в штатском платье. Ей вдруг вспомнилось все. Она не удержалась, заплакала и положила ему голову на грудь. Не сказавши ни одного слова и в сильном волнении, она не заметила, как потом оба вошли в дом, как сели пить чай. «Голубчик мой», — бормотала она, дрожа от радости, — «Владимир Платонович, откуда Бог принес? Хочу здесь поселиться совсем», — рассказывал он. Подал в отставку. Вот приехал попробовать счастье на воле. Пожить оседлой жизнью. Да и сына пора отдавать в гимназию. Вырос. А ведь, знаете, помирился с женой. «А где же она?» — спросила Оленька. «Она с сыном в гостинице, а я вот хожу, квартиру ищу». «Господи, батюшка, да возьмите у меня дом, чем не квартира? Господи, я с вас ничего не возьму», — заволновалась Оленька и опять заплакала. «Живите здесь, а мне и флигеля довольно». На другой день уже красили на доме крышу, белили стены, а Оленька под боченись ходила по двору и распоряжалась. На лице у нее засветилась прежняя улыбка, вся она ожила, посвежела, точно очнулась после долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая некрасивая дама с короткими волосами и капризным выражением, а с ней мальчик Саша, маленький не по летам, полный, с ясными голубыми глазами и ямочками на щеках. Едва он вошел во двор, когда тотчас же побежал за кошкой и послышался его веселый радостный смех. «Тетенька, это ваша кошка?» — спросил он у Оленьки. «Когда она у вас ощенится, то, пожалуйста, подарите нам одного котеночка. Мама очень боится мышей». Она поговорила с ним, попоила его чаем, и сердце у нее в груди вдруг стало теплым и сладко сжалось. Точно этот мальчик был ее родной сын. И вечером, когда он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела на него с жалостью и умилением и шептала: «Голубчик мой, красавчик, деточка моя, и уродился же ты такой умненький, такой беленький. Островом называется, прочел он,
часть суши со всех сторон окруженная водою. Островом называется часть суши, повторила она, и это было ее первое мнение, которое высказала с уверенностью после стольких лет молчания и пустоты в мыслях. И она уже имела свои мнения. И за ужином говорила родителям Саши о том, как теперь трудно детям учиться в гимназии, но что все-таки классическое образование лучше реального, потому что из гимназии всюду открыта дорога. Хочешь, иди в доктора, хочешь, в инженеры. Саша стал ходить в гимназию. Его мать уехала в Харьков к сестре и не возвращалась. Отец его каждый день уезжал куда-то осматривать гурты и, случалось, не живал дома дня по три. И Оленьке казалось, что Сашу совсем забросили, что он лишний в доме, что он умирает с голоду. И она перевела его к себе во флигель и устроила там в маленькой комнате. И вот уже прошло полгода, как Саша живет у нее во флигеле. Каждое утро Оленька приходит к нему в комнату. Он крепко спит, подложив руку под щеку, не дышит. Ей жаль будить его. «Сашенька, Сашенька, — говорит она печально, — вставай, голубчик, вставай. Вставай, в гимназию пора». Он встает, одевается, молится Богу, потом садится пить чай. Выпивает 3 стакана чая и съедает 2 больших бублика и 1/2 французского хлеба с маслом. Он еще не совсем очнулся от сна и потому не в духе. «А ты, Сашенька, не твердо выучил басню, — говорит Оленька и глядит на него так, как будто провожает его в дальнюю дорогу. — Забота мне с тобой. Уж ты старайся, голубчик, учись, слушайся учителей». «Ах, оставьте, пожалуйста, — говорит Саша. Потом он идет по улице в гимназию, сам маленький, но в большом картузе и с ранцем на спине. За ним бесшумно идет Оленька. «Сашенька! — окликает она. Он оглядывается, и она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивает в переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая полная женщина. Он оглядывается и говорит: «Вы, тетя, идите домой, а уже теперь я сам пойду». Она останавливается и глядит ему вслед, не мигая, пока он не скрывается в подъезде гимназии. Ах, как она его любит! Ни одна из ее прежних привязанностей не была такой глубокой. Никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда у ней все больше и больше разгоралось материнское чувство. За этого чужого ей мальчика, за его ямочки на щеках, за картуз она отдала бы всю свою жизнь. Она отдала бы с радостью, со слезами умиления. Почему? А кто же его знает почему? Проводив Сашу в гимназию, она возвращается домой тихо, такая довольная, покойная, любвеобильная. Лицо ее, помолодевшее за последние полгода, улыбается, сияет. Встречные, глядя на нее, испытывают удовольствие и говорят ей: «Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка?» «Трудно стало теперь в гимназии учиться, — рассказывает она. — Шутка ли? Вчера в 1-м классе задали басню наизусть, да перевод латинский, да задачу. Ну где тут маленькому?» И она начинает говорить об учителях, учебниках, уроках, все то же самое, что о них говорит Саша. В 3-м часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки.
и плачет. Укладывая его в постель, она долго крестит его, шепчет молитву. Потом, ложась спать, грезит о том будущем, далеком и туманном, когда Саша, кончив курс, станет доктором или инженером, будет иметь собственный большой дом, лошадей, коляску, женится, у него родятся дети. Она засыпает и все думает о том же. И слезы текут по ее щекам из закрытых глаз, и черная кошечка лежит под боком и мурлычет мур-мур-мур. Вдруг сильный стук в калитку. Оленька просыпается и не дышит от страха. Сердце у нее сильно бьется. Проходит полминуты, и опять стук. Это телеграмма из Харькова, думает она, и начинает дрожать всем телом. Мать требует Сашу к себе в Харьков. О, Господи! Она в отчаянии. У нее холодеет голова, ноги, руки. Кажется, что несчастнее ее нет человека на всем свете. Но проходит еще минута. Слышатся голоса. Это ветеринар вернулся из клуба домой. Ну, слава Богу, думает она. От сердца мало-помалу отстает тяжесть. Становится опять легко. Она ложится и думает о Саше, который спит крепко в соседней комнате и изредка говорит в бреду: «Я тебе пошел вон, не дерись». Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст 30, а между тем дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не только такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не поймешь, идет ли снег с неба или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса. А когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и на подергивание головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на блудке и то и дело хлещет по лошадиной спине. «Ты, Матрёна, не плачь», — бормочет он. «Потерпи малость. В больницу, даст Бог, приедет и мигом у тебя это самое. Даст ли, Павел Иванович, тебе капелька или кровь пустить прикажет, или, может, милости угодно будет спиритиком тебя каким протереть, а ну и того оттянет от бока. Павел Иванович постарается, покричит, ногами потопочет, а постарается. Славный господин обходительный, дай Бог ему здоровья. Как приедем, так выскочит из своей фатеры, начнет всех чертей перебирать. Как? Почему такой? Почему не вовремя приехал? Что я вам собака какая, что с вами чертями целый день возиться? Почему утром не приехал? Вон, чтобы дух твой не было, завтра приезжай. А я ему: Павел Иванович, господин доктор, ваше вроде, да выезжай ты, черт, чтоб тебе пусто было. Но! Токарь хлещет по лошадиной спине и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос: ваше вроде, вот истинно, как перед Богом, вот вам крест выехал я чуть свет. Ну где ж тут срок поспеть, если Господь, Матерь Божья, прогнился, метель такую послал.
Сами извольте видеть, лошадь как поблагороднее, та и не выйдет. А у меня, сами извольте видеть, не лошадь, а срамота. А Павлович нахмурится, закричит: знаем вас, завсегда оправдание найдете, особливо ты, Гришка. Давно тебя знаю, небось раз пять в кабак заезжал. А ему, ваше благородие, что я злодей какой или нехрист. Старуху душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать, чтобы помилки, чтобы он пусто был кабакам этим. Вот. Тогда он велит тебя в больницу снять. А ему в ноги: Павел Иванович, господин доктор, благодарим вас все покорно. Простить даст дураков анафем, не обессудьте нас, мужиков. Нас бы в три шеи гнать надо, а вы, извольте беспокоить свои ножки, в снег морать. А он взглянет на меня, это словно ударить захочет, скажет: чем ноги-то бухать? Ты бы лучше водки, дурак, не лопал, да старуху жалел, пороть тебе надо. А его правильно полвать, истинно пороть. Вот как перед Богом пороть, пороть. А как же в ноги-то не кланяться, ежели в благодетели наши отцы родные. Ваше благородие, вот верно слово, вот как перед Богом, вот плюньте в глаза, ежели я обманул. Как моя старуха самая выздоровеет, станет, значит, на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вас сделаю. Парсигарчики, если пожелаете, из карельской березы, шары для крокета, кегли могу для вас выточить, самые заграничные. Все для вас сделаю, ни копейки с вас не возьму. В Москве за такой парсигарчик у вас 4 рубля взяли, а я ни копейки. Вот. А он засмеялся, скажет: ладно, ладно, чувствую, только жалко, что ты пьяница. Вот, брат старуха, я понимаю, как это господами надо быть. Нет такого господина, чтобы я не сумел с ним поговорить. Вот только дал Бог с дороги не сбиться. Ишь, метет-то, метет, все глаза запрошила. И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтобы немного заглушить тяжелые чувства. Слов на языке много, а мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно. И теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил он доселе безмятежно, словно в пьяном полузабытии, не зная ни горя, ни радости. А теперь чувствует в душе ужасную боль. Беспечный или же бокая пенчушка вдруг очутился в положении человека занятого, спешащего, озабоченного и даже борющегося с природой. Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда он вчера вечером воротился домой по обыкновению своему пьяненькой и по застарелой привычке стал браниться и махать кулаками, то старуха поглядела на своего буяна так, как раньше она никогда не глядела. Обыкновенное выражение ее глаз было кроткое, мученическое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят. Теперь же она глядела строго и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. От этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд. «Ты же, Матрёна, того...» бормочет он. «Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори никак нет. А я тебя не буду больше бить. Вот тебе крест. Не ж я бил тебя по злобе. Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горе мало, а я вот везу, стараюсь. А метет-то, метет. Господи, твоя воля. Привел бы только Бог с дороги не сбиться. Что, болит Бог? Матрёна,
Матрёна, я тебя спрашиваю, болит бок? Странно ему кажется, что на лице старухи не тает снег. Странно, что само лицо ее как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет, стало строгим, серьезным. Ну и дура. Я с тобой поссорюсь как перед Богом, а ты того. Ну и дура. Вот возьму и не повезу тебя к Полуанычу. Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решает, страшно. Задать вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтобы покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает, как плеть. Померла, стала быть, комиссия. И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает, как на этом свете все быстро делается. Не успело еще начаться его горе, как уже готова развязка. Не успел он пожить старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он со старухой 40 лет, но все эти 40 лет прошли словно в тумане, за пьянством, драками, нуждой не чувствовалась жизнь. И как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее. Жить без нее не может. Страшно виноват перед ней. Ведь она по миру ходила. Сам я посылал ее хлеба у людей просить комиссии. Ей бы, дури, еще лет десяток прожить. А то, небось, думает, что я взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же я к лешему это еду? Теперь не лечить надо, а хранить. Поворачивай! Токарь поворачивает назад и за всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже и дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку. Темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед глазами, и опять все поле зрения становится белым, кружащимся. «Жить бы сызнова», — думает токарь. Вспоминает он, что лет 40 назад Матрена была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж, потому что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья. Но беда в том, что как он напился после свадьбы, так словно до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит. Но что было после свадьбы, ничего не помнит. Кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали 40 лет. Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки. Да куда же я еду, спохватывается вдруг токарь. Хранить надо, а я в больницу. Ошалел словно. Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине. Сзади слышится какой-то стук.
И он, хотя и не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух темнеет и темнеет. Ветер становится холоднее и резче. Сызнова бы жить, думает токарь. Инструмент бы новый завесть. Заказы брать, деньги бы старухе отдавать. И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять, но никак не поднимет, руки не действуют. Все равно, думает он, сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь. Пакет там похороны или панихида, прилечь бы. Он закрывает глаза и дремлет. Погодя немного, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу, либо скирду. Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело. Но в теле стоит такая лень, то лучше замерзнуть, чем сдвинуться с места. И он безмятежно засыпает. Просыпается он в большой комнате с крашенными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым долгом хочет показать себя человеком степенным, с понятием. Панихидку бы брат по старухе, батюшке бы сказать. Ладно, ладно, лежи уж. Обрывает его чей-то голос. «Батюшки, Павел Иванович!» Удивляется токарь, видя перед собой доктора. «Ваш скородие, благодетель!» Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки-ноги его не слушают. «Ваше скородие, ноги же мои где? Где же руки?» Прощайся, брат, с руками и ногами. Отморозил. Ну, чего плачешь? Пожил, слава Богу. Небось, 60 прожил, будет с тебя. Горе. Ваше скородие. Горе ведь. Простите, великодушный, еще б годочку 5-6. Зачем? Лошадь чужая, отдавать надо, старуху хоронить. Как на этом свете все скоро делается. Ваше скорое, Павел Иванович, про сигарчика из корейской березной лучше, крокетика вот. Доктор машет рукой и уходит из палаты. Токарю аминь. В одном из городов, расположенных по сю сторону Уральского хребта, разнесся слух, что на днях прибыл в город и остановился в гостинице «Япония» персидский сановник Рахат Хилам. Этот слух не произвел на обывателя никакого впечатления. Приехал перс, ну и ладно. Один только городской голова Степан Иванович Куцин, узнав от секретаря управы о приезде восточного человека, задумался и спросил, куда он едет. Кажется, в Париж или в Лондон. Значит, важная птица. А черт его знает. Придя из управы к себе домой и пообедав, городской голова опять задумался
и уж на этот раз думал до самого вечера. Приезд знатного перса сильно заинтриговал его. Ему казалось, что сама судьба послала ему этого Рахат-Хилама, и что, наконец, наступило благоприятное время для того, чтобы осуществить свою страстную, заветную мечту. Дело в том, что Куцин имел две медали Станислава Третьей степени, знак Красного Креста и знак Общества спасения на водах. Кроме того, он себе сделал еще брелок, золотое ружье и гитара, которые перекрещивались. И этот брелок, продетый сквозь мундирную петлю, похож был издали на что-то особенное и прекрасно сходил за знак отличия. Известно же, что чем больше имеешь орденов и медалей, тем больше и хочется. И городской голова давно уже желал получить персидский орден Льва и Солнца. Хотел страстно, безумно. Он отлично знал, что для получения этого ордена не нужно ни сражаться, ни жертвовать приют, ни служить по выборам, а нужен только подходящий случай. И теперь, как ему казалось, этот случай наступил. На следующий день, в полдень, он надел все свои знаки отличия, цепь, и поехал в Японию. Судьба ему благоприятствовала, и когда он вошел в номер знатного перса, то последний был один и ничего не делал. Рахат-Хилам, громадный азиат с длинным бекасиным носом, глазами на выкате и фески, сидел на полу и рылся в своем чемодане. «Прошу извинить за беспокойство», — начал Куцин, улыбаясь. «Честь имею рекомендоваться. Потомственный почетный гражданин и кавалер Степан Иванович Куцин, местный городской глава. Почитаю за честь почтить в лице вашей персоны, так сказать, представителя дружественной и соседственной нам державы». Рахат-Хилам обернулся и пробормотал что-то на очень плохом французском языке, прозвучавшем как стук деревяшки о доску. «Границы Персии», — продолжал Куцин заранее выученное приветствие, «тесно соприкасаются с пределами нашего обширного отечества, а потому общие интересы, взаимные симпатии побуждают меня выказать вам солидарность». Перс приподнялся и опять пробормотал что-то на деревянном языке. Куцин, не знавший языков, мотнул головой в знак того, что не понимает. «Как же я с ним буду разговаривать?» — подумал. «Хорошо бы за переводчиком послать, так ведь дело щекотливое, нужно говорить без свидетелей, переводчика разболтать потом по всему городу». И Куцин начал вспоминать иностранные слова, которые знал из газет. «Идти, я городской голова, то есть лорд-мэр, муниципале, вы компрене?» Он хотел на словах или мимикой выразить свое общественное положение, не знал, как это сделать. Выручила его картина с крупной надписью «Город Венеция», висевший на стене. Он показал пальцем на город, потом себе на голову. Таким образом, по его мнению, получилась фраза «Я городской голова». Перс ничего не понял, но улыбнулся и сказал: «Корьяшо, мусье, корьяшо». Полчаса спустя городской голова похлопал перса то по колену, то по плечу и говорил: «Уй, компрене?» Так вот, видите ли, значит, как лорд-мэр и муниципале, я предлагаю вам сделать маленький променаж. Компре-променаж. Он ткнул пальцем на Венецию,
а двумя пальцами изобразил шагающие ноги. Рахат Хилам, не сводивший глаз с его медали, по-видимому, догадываясь, что это самое важное лицо в городе, понял слово «променаж» и любезно осклабился. Затем оба надели пальто и вышли из номера. Внизу, у двери, ведущей в ресторан «Япония», Куцин подумал, что недурно было бы угостить перса. Он остановился и, показывая его на столы, сказал: «По русскому обычаю не мешало бы, так сказать, пюре, антрикот, шампань и прочее. Компрене?» Знатый гость понял. И немного погодя, оба сидели в самом лучшем кабинете ресторана, пили и ели. «Выпьем за процветание Персии», — говорил Куцин. «Мы, русские, любим персов. И хотя мы разные веры, общие интересы, так сказать, взаимные симпатии, прогресс, азиатские рынки, мирные завоевания, так сказать, знатный перс пил и ел с большим аппетитом. Он ткнул вилкой в балык и, восторженно мотнув головой, сказал: «Карьяшо, бьен! Вам нравится!» — обрадовался городской голова. «Бьен! Вот и прекрасно!» И, обернувшись к лакею, сказал: «Лука, распорядись, братец, послать его превосходительству в номер два балыка, который получше». Потом городской голова и персидский сановник поехали осматривать зверинец. Обыватели видели, как их Степан Иванович, красный от шампанского, веселый, очень довольный, водил перса по главным улицам, по базару, показывая достопримечательности города, водил его и на каланчу. Между прочим, обыватели видели, как он остановился около каменных ворот со львами и показал персу сначала на льва, потом вверх на солнце, потом себе на грудь, потом опять на льва, опять на солнце, и перс замотал головой как бы в знак согласия и, улыбаясь, показал свои белые зубы. Вечером оба сидели в гостинице «Лондон» и слушали орфисток, а где были ночью, неизвестно. На следующий день городской голова был утром в управе. Служащие, по-видимому, уже знали кое о чем и догадывались, так как к нему подошел секретарь и, улыбаясь, сказал: «Говорят, у персов есть такой обычай. Если к вам приезжает знатный гость, то вы должны собственноручно зарезать для него барана». А немного погодя, подали пакет, присланный по почте. Городской голова распечатал и увидел там карикатуру. Был нарисован Рахат Хилам, а перед ним на коленях стоял сам городской голова и, простирая к нему руки, говорил: «В знак дружбы двух монархий, России и Ирана, из уважения к вам, почтеннейший посол, я сам себя бы разрезал, как барана, но, извините, я осел». Городской голова испытал неприятное чувство, похожее на сосание под ложечкой, но ненадолго. В полдень опять был уже у знатного перса, опять угощал его и, показывая ему достопримечательности города, опять подводил его к каменным воротам и опять показывал то на льва, то на солнце, то себе на грудь. Обедали в Японии. После обеда с сигарами в зубах, оба красные, счастливые, опять восходили на каланчу, и городской голова, очевидно, желая угостить гостя редким зрелищем, крикнул сверху часовому, ходившему внизу: «Бей тревогу!» Но тревоги не вышло, так пожарные были в это время в бане. Ужинали в Лондоне.
а после ужина перс уехал. Провожая его, Степан Иванович три раза поцеловался с ним по русскому обычаю и даже прослезился. А когда поезд тронулся, крикнул: «Поклонитесь от нас Перси! Скажите ей, что мы ее любим!» Прошел год и 4 месяца. Был сильный мороз, градусов 35. И дул пронзительный ветер. Степан Иванович ходил по улице, распахнувши на груди шубу, и ему досадно было, что никто не попадается навстречу и не видит на его груди льва и солнца. Ходил он тогда вечер, распахнувши шубу, сильно озяб, а ночью ворочался сбоку на бок и никак не мог уснуть. В душе у него было тяжело, внутри жгло, и сердце беспокойно стучало. Ему хотелось теперь получить сербский орден, такого хотелось страстно, мучительно.